Приветствую тебя, дорогой друг, на связи Павел Чернышов, и я поздравляю тебя с наступившим 2019 годом. Одна из важнейших задач в инвестировании для инвестора – это научиться находить максимально качественные, максимально долгосрочные и максимально высокодоходные инструменты инвестирования. Научиться их максимально точно анализировать и прогнозировать. Так вот, в этом 2019 году я желаю тебе научиться находить эти инструменты, научиться их правильно анализировать и прогнозировать. Если твоя главная задача на ближайший год – это создание как можно больших источников пассивного дохода, которые будут работать на тебя до конца твоей жизни и приносить тебе стабильный пассивный доход каждый месяц, то я желаю тебе найти именно такие инструменты в ближайший год. Если же твоя задача в инвестировании – это максимально быстрое приумножение твоего текущего капитала с минимальными вложениями, то я желаю тебе найти именно такие инструменты инвестирования, которые помогут тебе приумножить свой капитал максимально быстро и в короткие сроки, по минимуму вложиться и по максимуму заработать. Я со своей стороны в ближайший 2019 год также постараюсь приложить максимум усилий и поделиться с тобой как можно большим количеством максимально высокодоходных, качественных и долгосрочных инструментов инвестирования, а также поделиться с тобой как можно большим количеством советов и рекомендаций относительно того, как правильно нужно анализировать и прогнозировать подобные инвестиционные компании. Желаю тебе в наступившем 2019 году создания как можно больших источников пассивного дохода, приумножения твоего текущего капитала и как можно меньше потерь и разочарований в инвестировании. Поздравляю тебя с наступившим 2019 годом!